Приходится, бывает, оставлять что-то в мотоблоке. Мы храним, бывает, товар здесь или едем на рыбалку, чтобы все не выкладывать, не закладывать обратно, потому что может пойти дождь, намочиться. Пришла идея о создании вот такой вот будки. Она очень легко снимается. Эта сторона у нас, это двухслойная пленка, которая используется на теплице. Вот, она, солнце неразрушимое, в общем. Да, солнцеустойчивое. И, да, солнцеустойчивое. И я вот покажу вам с этой стороны, я в этот рукав вложил веревку по этой стороне, точно так же с той стороны. Вот. Оно вот так вот закрепляется здесь, закрепляется там, то есть можно сложить, можно эту будку полностью, потом вам покажу, закрыть. Вот, снимается здесь, 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 по типу снятия брезента в легковом прицепе. Вот, и снимается. Здесь стоит 4 арочки таких с десятки арматуры. Оно очень легко снимается, я вытаскивать не буду. Вот, все 4 снимаются, остается просто открытый прицеп. Вот. Еще вдобавку ко всему вы можете снять, и допустим вам летом нужно будет поехать куда-то, отдохнуть. Вот. Я сделал вот такой вот вариант. Вот. Можно поставить лавочку вот сюда. Тут есть упорчики. Вот один, вот другой. Можно поставить чуть ближе. Вот туда, и там тоже есть упорчик. Откидывается лавочка, и когда вы садитесь, оно, лавочка не падает. Вот, можно перевозить, допустим, там, ну, там, на рынок едете, или едете на рыбалку с семьей, где-то в такое непроходимое место, когда нет автомобиля, можно вот так вот делать. Я сделал лавочку ближе и дальше, чтобы можно было или сюда больше наложить груза, а там спереди для деток какая-то игровая площадка маленькая, чтобы они себя хорошо чувствовали. Или же поближе, когда нужно больше перевезти груза. Белый тент, можешь рассказать? Белый тент, да. Взяли обычный простынь белый, чтобы солнце здесь, когда... Не было теплицы, да, 40-50 градусов. Не было теплицы. Вот. Здесь можно спать. Вот. Я сделал кузов по типу, что сюда ложится полностью стандартный шифер, один лист. И когда ложишься, вот можно, допустим, на рыбалке даже палатку не брать, просто здесь закрывается. Закрывается таким образом. Сейчас я вам покажу. Вот. Эта сторона. И эта сторона. А здесь можно натянуть, когда спать, чтобы не закрывать клеенкой, сетку противомоскитную. Да. Можно закрывать сетку. Запас клеенки я брал. Я уже не помню, но в зависимости от того, сколько вы будете, как вы будете накрывать. Здесь, здесь, вот на такие крючки одевается. Все, у вас зад закрыт. Точно так же закрывается вперед. Вот. Закрывается здесь все. Зеркала собираются внутрь. Вот. И закрывается от дождя. От непогоды. Допустим, он стоит даже у меня зимой, снег падает, даже большие дожди идут. Ничего страшного с ним не случается, все сухо внутри, все. Вот такие вот крючочки, вот. И вот таким вот методом у вас полностью закрыт прицеп. Вы можете оставлять его. Удачи вам!